Ну или там из одного из прошлых роликов тебя спас нас. Оу-оу! Что ж ты делаешь, убийца? Всем привет, друзья! И сегодня мы с Машей поиграем в Bimage Drive. Всем привет! Прямо как вы просили в комментариях. Маш, я приготовил тебе сегодня элементарнейшее просто задание. Посмотри. Тебе нужно вот отсюда доехать вон до той вершины горы. Ну, и все? Пустяк, конечно. Ну, или вот до той, я уж не помню точно. Ну, в общем, до какой-то вершины. Это быстро и легко, и просто. Ну. Так. Ну, только машину я тебе немножко другую выберу. Вот. Вот она. Что у нее сзади? Это специальные штуки, чтобы она не опрокидывалась назад. Зачем? А потому что это хорошая машина. Давай, начинай уже ехать. А я сейчас расскажу. Друзья, вы спрашиваете, когда же мы назовем победителя с прошлого мини-розыгрыша? Сделаем это в конце этого ролика. А сейчас мы стартуем. Что? Что? Еще, еще, все отлично. Почему он так плохо едет? В смысле плохо? Смотри, как замечательно едет. Да нет! Да! Отлично же едет. Друзья, поддерживаем лайком. И пока Маша едет, я вкратце расскажу. Мы опять в этом ролике... Будет примерно, ну, то есть несколько картинок, я не буду говорить сколько, будет несколько картинок. Пишите в комментариях, сколько картинок, и спрашивайте свой вопрос. Тот, кто первый напишет правильный ответ, давай-давай, что ты тормозишь, ты езжай вперед. Она сейчас упадет вниз. Тот, кто первый напишет ответ, в общем, мы... Что там мы сделаем? Мы ответим на ваш вопрос и назовем, и передадим вам привет в следующем ролике, также будет в конце... Мне кажется, ты слетела с дороги. Да. Так, ну значит мы делаем. Ты что, мне каждый раз заново проходить, что ли? Нет. Ну тебе да, вообще можно нет. Давай, начинай. Что значит тебе да? Ну чтобы ролик поинтереснее получился. Давай, я верю в тебя. Друзья, давайте собираем побольше лайков и... Я врезалась в столб. Это был не первый, а второй столб. Хорошо, а, это отлично. Не, первый раз ты неплохо, кстати, проехала. Куда ты там добралась? Метров 200, наверное, аж проехала. Давай, 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 да отлично. Что с ней такое? Почему она так едет? Как? Она едет ну, круто. Ну, неуправляемая она какая-то. Ну, потому что это драгстер, Маша. Я не знаю, что такое драгстер. Но это очень мощная тачка, посмотри. Давай, топи, топи на полную катушку, Маша, давай, топи. И свались, да, сразу. Но я все равно не думаю, что ты сможешь доехать до конца, поэтому просто топи. Вдруг я доеду. Мне кажется, потребует слишком много времени на это. Господи, какие-то фризы начались тут. Стоять! Опять на том же месте. Топи, Маша, топи. По-моему, ты надумал с тебя все просто. Нет, нет, ты что, топи, топи, давай, классная тачка, просто топи. Ты чувствуешь эту поддержку наших зрителей? Все, все болеют за тебя, да, чтобы ты... Да, они так поддержали, что я перевернулась. Это просто переизбыток этой самой поддержки. Топи, давай, сейчас все выйдет. Сейчас все получится. Я не помню просто, как сохраняться. Чего? В смысле? Давай, езжай, все нормально. По-моему, ее заносит еще больше. Она полноприводная, это что? Да что это? Все отлично, езжай, езжай, все отлично. Если вы хотите, друзья, чтобы мы еще поиграли в Bimage Drive, давайте 500 лайков соберем под этим видео и... И Маша больше не будет... И Маша не будет больше отрывать бампера. Ну, неплохо, смотри, она симпатичная и без бампера. Давай, езжай. Да. Не надо пытаться подобрать его. У тебя не получится. Давай еще бери, не отрывай, и вообще отлично будет. Как это? Давай... Нет, 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 здесь она не сможет подняться. Только по дороге. Только по дороге. Я, кстати, проходил эту трассу. Это заняло у меня много времени, но я это сделал. Она не поворачивает, по-моему, ей мешает. Давай. У тебя все получится. Я прям верю в тебя и даже пальцы скрестил. Вот прям все, даже на ногах. Вот все, которые есть, все скрестил. Друзья, крестим пальцы. Крестим пальцы. Оу. Воу, воу. Легче, женщина, ты что делаешь? Класс. Ну, она же едет еще, давай еще. Ну, она пока едет, но она сейчас опять у меня... Может, тебе надо включить вид из салона, чтобы ты за рулем ехал? Нет, нет.
мы да. Все, я избавилась от бамперов, и мои передние колеса вообще не едут. Стой, остановись, просто остановись. Оу-оу! Что ж ты делаешь, убийца? Это было круто. Ты просто убила всех, кто был в салоне. Они вывалились. Черт. Колесико летело. Давай еще. Нет, тебе назад. Назад, назад. Вот туда. Я еще успею наораться на тебя, когда ты будешь сдавать на права. Поворачивай. Аккуратно. Аккуратно поверни. Давай. Поворачивай. Вот это заявка просто. Заявка на победу. Маша, молодец. Там он фонарь мигает. Ну, он просто такой. Плохой знак. Почему? Езжай вперед. Да не бойся, ты не тормози, там не будет резких поворотов. Да конечно, ага. Вот у меня резкий поворот. Стой, это повод сохраниться. Если ты начала на пустом месте врезаться в столбы, это повод сохраниться. Ну давай. Я в прошлый раз, по-моему, ехал быстро, потому что вез семечки бабушки. Я тоже, наверное, везу что-то. Да, явно бабуля сегодня останется без семечек. Слушай, а может она сейчас остановится там? Нет. Нет, конечно. Она вот здесь остановится, и давай езжай. Хотя бы вот на эту горку поднимись, и будем считать миссию выполненной. То есть не надо будет тебе на вторую ехать. Слава богу. Черт, что ж ты делаешь-то? Стой! О, неплохо. Вот это трюк. Научилась. Так. Поворачивай в ту сторону. Подожди. Она не поворачивает? Я забыла, как поворачивать. Нет, нет, нет. Что ж ты делаешь? Вот. Вперед так. Не-а. А что она назад? Подожди. Постой. Просто остановись. Мы сделаем вот так. Ход конем. Когда у Маши не получается, надо делать ход конем. Нет. Вот. Ну. Ну почти, да, ну почти. Ну что ж с ней взять, девушка? Ну, она на столбе застряла. Да ладно. Да. Ну вот. Давай, давай, езжай. Смотри, ты практически наверху, осталось совсем чуть-чуть. Друзья, и сейчас вот после того, как Маша закончит доезжать вверх, мы, скажем, назовем победителя из прошлого ролика, ну или там из одного из прошлых роликов. Тебя спас нас! Полетели. Это было отлично, мне кажется. Хорошо летит. Да, повреждения. Но эта игра на самом деле для того, чтобы разбивать машины, с чем ты справляешься, просто изумительно. И, пожалуй, я буду теперь... Ого! Попахивает концом карты. Это конец карты. Отлично. Ты вылетела за горизонт, нашла конец света и все прочее. Езжай теперь вперед. Давай, сейчас все получится. Чуть-чуть осталось, буквально прям, я не знаю, там 200-300 метров осталось. Давай, ты сможешь. Да ты мне просто машину какую-то не ту выбрал. Я выбрал не ту машину? Угу. Друзья, пишем Маше в комментариях, что машина это вообще крутая. Ну, я думаю, вы-то играете в BMG, вы знаете, что машина хорошая. Давай, давай. Вот сейчас еще один поворот и будет уже вверх. Я не вижу, куда я еду. Как, вот так вот? Да. Ты едешь прямо в отбойник. Хорошо, бордюр. Во, нормально. Ну, она просто уже не... Ну, да, все, просто езжай вперед, и все нормально. Сейчас мы давай откуда-нибудь отсюда еще скинем машину и будем считать, что ты доехал. Она очень эпично здесь разбивается. Офигеть просто. Можно еще вот так вот время замедлить. Вот так вот прямо. О, черт. Колесико, колесико. Ох, ни хрена ее помяло об эту маленькую веточку. Mm-hmm. Блин, ну реально круто. Маша спец по разбиванию машин, теперь мы все в этом убедились. Я думал, что в GTA 5 ей просто не везет, но нет, у Маши просто талант в этом. Ну что ж, на этом BMG заканчивается, а сейчас мы подведем итоги. Не переключайтесь. И в прошлом видео было 3 картинки, на которых была изображена гитара. Правильным ответил на этот вопрос Никита Лебедев. Спасибо, ты молодец. Да, Никита, ты просто красавчик. Ты действительно ответил самым первым на этот вопрос, я отфильтровал по комментариям, но, к сожалению, ты не задал свой вопрос, дружище.
Потом после тебя правильно ответил Алексей Шкиря, если, надеюсь, правильно прочитал. Затем Арчи Брейн. Потом Максим Горшков. Да, короче, много потом, кто правильно отвечал. Но никто, к сожалению, не пишет вопросы, друзья. Мы же правильно... Вернее, я же оговорил условие. Пишите сразу вопрос, то есть ответ и свой вопрос, который вас интересует. И первый вопрос, который был вместе с правильным ответом, это ирония наркоты. Вот это ник у тебя, чувак. Это я лайк так показал тебе. В общем, ты спрашиваешь, есть ли у тебя есть машина? Может быть, это тебе вопрос, Маша. У тебя есть машина, Маша? Нет, у меня машины нет. И у меня тоже машины нет, как я у тебя ответил здесь в комментариях. После того, как я разбил свою последнюю машину, это была BMW E34, пока я без машины, но у меня есть крутейшая идея, и я думаю, что в скором времени я ее реализую, и вы просто охренеете от ее крутости. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте Маше лайк, и мне тоже ставьте. Пишите комментарии, участвуйте в очередном розыгрыше, и всем пока. Пока.